Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Проклятое Сокровище 2. И я хочу пройти вот этот 24 уровень, друзья мои. Уже не на 3 звезды бог с ним, а хотя бы на 1. Будем стараться. Так, кораблик, напрягает меня этот корабль, хоть ты что с ним делай. Ну что, начнем, наверное, потихонечку. Возьмем огонечек. Здесь, я не знаю, что лучше взять. Наверное... Блин, заморозку. Ну давай заморозку возьмем. Мало ли у нас получится заморозить противников. Это уже будет хорошо. Плюс здесь. Здесь, наверное. Или огонь взять, или. Давай, наверное, все-таки возьмем. Сделаем так. И, наверное, тоже огонь еще возьмем. Поехали, ребят. Ну, а, пираты, ё-моё. Я что-то... И у меня в голове сейчас почему-то не пираты сидят, а вот эти крестьяне. Я про пиратов... Про пиратов забыл совсем, блин. Да, конечно же, крестьяне. Как же... Куда же без них-то? Так, если мы будем с тобой... Это 4 этапа. Раз, два, три, 4. Это вплоть, блин, до амбалов, что ли, получается? Так, там воры хотели. Хотели, ребят, забрать, но ничего у них не получилось. Блин, все равно не хватает. Блин, мне не хватает. Наверное, надо... Блин. И тут, и там надо все как бы надо, но сам понимаешь, ведь ни на что не хватит все сразу же прокачать. Если бы не вот эта башня еще ускорительная, было бы все намного лучше, ребят. Но она, конечно же, очень сильно напрягает. Вот эта вот башня тоже, ее тоже надо выкупать, блин. Так, два пирата. У нас откуда тогда? Отсюда же кристалл тащили, да? У нас отсюда тогда кристалл тащили. Блин, повара. Ладно, он далеко не ушел. Попугая, отлично, отлично. Попугай завалили. Что же возьмем, сделаем так. Я остаюсь, правда, без манны. И здесь у нас будет 4 этих оголделых буржуэти. Маны у меня тоже, к сожалению, нету. Тут только на свои силы могу рассчитывать, друзья. И больше ничего. Так, двое должны пойти сюда, по идее. Двое должны туда пойти, да? Так, в плане труп. А сфигали вы все втроем-то сюда поперли? Хорошо, что мы его заморозили, ребят. Он бы так под ускорением бы побежал бы и... И было бы хреново бы все очень. Все равно не хватает. Все равно не хватает мне, чтобы здесь, ребята, сделать изгнание. Давай поставлю такую башню и... Здесь вообще мало башен. Давай огненную поставим сюда. Ну куда без вас-то, ну? Я говорю, хорошо, друзья мои, что работает заморозка. Вот, от башни. Ты сам видишь прекрасно, она замораживает. И он ничегошеньки сделать не может. Ну это прям топ. Это, ребята, прям топ. А ну пират все равно бесевый. Так, ё-моё, с бардами. Там все норм. Там норм наверху. Барда завалили. Ну вы сейчас серьезно, блин, чуть было не пропустили, а? Этого голодранца, блин. Чуть было голодранца не пропустили. Беру баллисту. Улучшаю. Так, здесь огонь. И больше мне ни на что не хватает. А вот сейчас самое фиговое, ребята. Ну как фиговое? Ниндзи. Наши ненавистные ниндзи. И насколько я помню, именно... Куда ты?
Ну и что это получается? Я тебя спрашиваю, что это, блин, получается? Получается, что здесь вот под опасностью все, ребят. Твою налево, они пошли. Почему вы пошли сюда, гады? Твою налево. Если здесь мы еще можем как-то с тобой отбиться, то тут уже проблема. Рыцарь пойдет. Ну, естественно, он пойдет не один, так ведь? И куда он пойдет? Вот еще интересно мне знать. Он пошел поверху. Естественно, с понижением атаки. Но он не дошел, и слава богу. Так, ребята, он не дошел. Давай, наверное, здесь башню улучшим. Сюда бы еще бы, если честно, не помешало бы. Вот сюда башню. Давай, наверное, критовку здесь поставим. Вот сюда башню не помешало бы влепить. И вот сюда. Две башни. Плюс уничтожить уже в конце концов этот корабль. Это чтобы он тут не плавал. Все равно поплыл, а? Вот здесь беда, ребят. Вы серьезно, блин? Профессора кислых щей здесь еще лезут, блин. Я же говорю, это добром не кончится. Добром, ребята, это не кончится. Аквалангисты, блин, аквалангисты долбаные. Не хватает. Ну, конечно же, аквалангист. Ну куда, ребят? Так, манну я забрал. Тут, благо, все вроде бы... Вроде бы, ребят, неплохо. Блин, ну и нафиг я потратил ману. Ну вот скажи мне. Я всегда думаю, что он, блин, мало ли убежит там или еще что-нибудь. И только лишь из-за этого, ребята, начинаю тут наводить, блин, панику. У него урон 9,5, тут... Блин, у баллисты все равно больше урон получается, как вот, как ты ни крути. Сотку тратить? Или не... Я не знаю, поехали. С этим-то мы разберемся. Он один, идет еле-еле тут, как обделавшись. Вот тут, ребята, уже проблема. Мы знаем этих гаденышей. Этих варварш, так скажем. Слушай, ну благо все. Все благо хорошо кончилось у нас. Вот тут только вот. Давай. Есть. Минус попугай. Опять же, друзья мои, ему помогает эта башня. Все, пиратов больше не будет. Еще 250 сверху мне накинули. Пиратов больше не будет. Но радоваться пока рано, друзья мои, потому что у нас тут... Ну, по крайней мере, с лодки пока не будут лезть. Ну, с лодки-то не будут лезть, они вон откуда лезут. Под бафами, естественно, ребят. Ну, а как же без бафов? Все под бафами, все... Ну, нормально. Что же мне сделать-то? По идее, друзья, надо эту штуку как-то убирать. Ой-ой-ой. Я не вовремя этим занялся. Куда они пойдут-то? Блин. Ну ладно, у нас свитки есть. Тут же сейчас амбал пойдет, да, ребята? Амбал этот пойдет. Амбал еще и под поваром. Еще и не один. Ладно, для начала так.
Потом придется сделать вот так. Далеко собрались-то? Побежали уже, сломя голову. А ты посмотри на них. Прокачай здесь баллисту. Ускорения больше не будет. Слушай, а если мы в плюс пойдем, он, наверное, будет наоборот замедлять их. Наверное. Мы же как бы с собой не проверяли этого. Дело дрянь. Или нормально, справимся. Слушай, ну пока все получается, ребят. Слушай, получилось. Получилось. Так, давай, наверное, сделаем за леденяшку, блин. А вот на башню-то больше не хватает. А у нас пираты и варварши пойдут сейчас. Дай я гляну, что она делает. Уж больно мне хочется посмотреть. Если она замедляет, это будет круто. Так, попугая убираем. Вот тут надо смотреть, ребят, тут надо контролировать. Давай, 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 отлично. Минус сотка, да? Минус сотка, ребят, но здесь сейчас пойдут бегуны. Здесь сейчас пойдут бегуны, вот эти вот. И у меня манны нету. А, это не бегуны, я ошибаюсь, ребят, это рыцари. Это рыцари, рыцари не так страшны. Бегуны страшнее, во-первых, они быстрые и... А с этим, я думаю, разберемся. Хотя под бафом, под хилом, ребят, далеко доходит он. По-моему, эта башня их... Нет, она не замедляет, ребят, она просто по ним бьет. Она просто по ним бьет. И... Пираты под бафами. Поставлю, наверное, сюда одну. Пираты под бафами, друзья. Баферы — это вот эти вот охламоны. Всякую тут ерунду накидывают там. На скорострельность. Ёпарасоты, там еще и друиды пойдут. Блин, а друиды что? Что они тут забыли? И как они, откуда пойдут? Ты вот... Блин, тут не зря же вот это все стоит. Неужели в окружную полетят? Вот это для меня сейчас сюрприз будет, по ходу дела. Так, почему тут у нас с тобой не стоит башня, когда можно ее было поставить? Ну, давай смотреть, в конце концов. Свитков нету, ребята, свитков ноль. Куда друид пойдет? Мне кажется, да, друид пошел поверху. Они все пошли поверху. Да ну в плане, блин! А где кристалл-то? Блин, вон кристалл. Фух. Я уже все, ребят, я уже в панике в такой был, блин. Думал, куда кристалл делся? Думал, что она здесь... А как она его так обронила и вернулась обратно? Что-то непонятно здесь вот сейчас было в данный момент. Какая-то загадка для меня произошла. Манны нету. Манны нет, есть только свитки. Ладно, я надеюсь, на свитках выкрутить. Блин. Есть тут, ребяточка, свиток. Ну, берет же, ну, нормально. Тут тоже пока есть свиток. Ну, пришлось использовать. Пришлось, друзья, использовать. Так, дальше пойдут пираты. Ну, не пираты, эти ныряльщики. Куда они пойдут?
ныряльщики и варварши эти. Оголделые. Оголделые варварши побегут. Ладно, давай смотреть. Я ману никак не могу накопить, прикинь. Я не могу накопить нормальные маны себе, чтобы можно было здесь нормально бомбить. Ну, я имею в виду, чтобы у меня была перестраховка, так скажем. Слушай, ну прекрасно. Вот прям. Это вообще почему-то не прокатит. Она что, по фулке? Она же не по фулке, ребят. Нет, конечно. Она не по фулке прокачана, но почему-то я не могу ее использовать. Манну я тратить не буду, потому что сейчас. Слушай, а тут. А кто это в конце там будет-то? Ну что, посмотрим. 10 поваров будет против нас сейчас. 10 поваров, друзья мои. Отхил жесткий. Ну и жесточайший будет сейчас. Смотри, смотри. Мы даже. Ох ты, как там, да. Да. Храм Ифрита брать или чё? Храм Ифрита. Так, что, друзья мои, 15 воинов. Естественно, с понижением атак, башен там подобные. В общем, все, что они, гады, любят делать, сейчас будут делать. Но почему-то они не делают понижение на баф. Хотя доходят. Доходят, еще как доходят, друзья мои. Я забыл совсем, что на них не действует страх. Они бесстрашные ублюдки. Прям как в фильме, бесстрашные как-то, бесславные ублюдки. Ладно, это не имеет значения. Вот это кто такой? Пиратский флагман. Куда? Откуда? Откуда еще, блин, пиратский флагман прибудет сейчас? Пиратский флагман. Вот откуда здесь инженеры. Они помогали пиратам создавать огромный флагманский корабль, способный даже погружаться под воду. Ладно, сыграем с врагом в морской бой. 8000 здоровья, скорость очень медленно. Команда стреляет из пушки бомбой, которая через несколько секунд создает дымовое облако. Можно отправить бомбу обратно в флагман, если успеть на нее нажать. Флагман погружается под воду и становится неуязвим для атак. Этого врага нельзя напугать. Ребята, тут главное за ядром смотреть. Да, уже за ядром. И он опять приплыл. Что? Что? Слушай, тут надо и за ядром смотреть, и за этим. А не слишком ли жирно-то? Еще и здесь пошли. Я уже прокачиваю, ребята, даже башни, вот эти замедляющие башни. А этот еще кто такой? Да вы издеваетесь сейчас, что ли? Ёпрасете, блин. Я не успеваю, ребят. Да, да, ребятушки. Так, подожди, радоваться-то. Тут же сейчас куча этих
Все. Пройди блестящие дневные миссии. Я прошел, друзья мои, на 3 звезды. Все, как мы любим. Все, как нам надо. Да, я тебе скажу, был не совсем легкий уровень. Нифига, сколько я там? 6 очков навыков получил, прикинь. Так, дает это превратить в электрическую ловушку. Так, все башни жить, получают дополнительный заморозить. Вот заморозить врага мы с тобой круто, конечно. Замораживает нормально. 17, ребята, не 20, а все-таки 17%. Снижает стоимость улучшения башни нежити на 5%. Это, конечно, все хорошо. Уменьшает ману стоимость заклинания ужас. Но ужасом я практически сейчас не пользуюсь. Я пользуюсь больше метеором. Дает дополнительно 10. Понятно. Снижает стоимость улучшения демонических башен на 25%. Процентов. Еще один балл остается. Его надо сбагрить в электрическую ловушку. 30%, ребята. Шанс 30%. Это очень хорошо. Не 50, конечно, но тем не менее. И у нас, друзья, 25-я миссия. Враг неизвестен. У нас есть пиратские корабли и карты. И кажется, что есть земля за морем. Эта земля хранит много секретов и территорий, которые можно захватить. Наша первая цель – огромная гора. Посмотрим, что там можно найти. Забавно. Что это такое? Глубины очень глубокие, и чтобы перемещаться между этажами, гномы используют лифты. К счастью, тросы в лифтах не из мифрила, и их можно потихоньку подрезать. В начале каждого разовой атаки посылает в бой дополнительных дворфов. Уменьшает количество атакующих на 25% и дает 100 золота. Так, вот здесь вот дворфы. Будет поход отсюда. Этот камень, я не знаю, что он делает, ребят. Но они пойдут так. Но это мне так только кажется, что так. Вот эти вот камни, скорее всего, будут пробиваться. Скорее всего, они будут пробиваться, ребят. Я не знаю, как быстро. Давай посмотрим. Оу. Так. Каждый дворф умеет добывать золото с детства. Кирка — первая игрушка любого дворфа ребенка, а некоторые не расстаются с киркой до самой смерти. Долбит стены киркой. Вот тебе и весь ответ. Друзья, долбит стены киркой, я еще понимаю, но ты посмотри, сколько у него здоровья. Вы сейчас это... Так. Ты видел? Да, конечно, видел, блин. Это что такое? Долбит он стены киркой. Я понимаю, что он долбит стены киркой, но его бомбить, у него хп хрен знает сколько. Ману слить, чтобы... Я в шоке. Да как же мне его подбить-то тогда, этого дворфа? Ну, допустим, здесь поставлю. Здесь поставлю. Тут поставим. И мне все равно кажется, этого будет мало. Давай тут поставлю еще замораживающую хотя бы уж. Тут замораживающую. Пока бы я больше не знаю, ребят, что еще тут придумать. Дворф, ладно, там пил. Он же пробьет ведь проход себе. Да, одного мы грохнули. Но ты видел, что это стоило и сколько это стоило? Дворфы плюс пират. Дворф, естественно, пойдет отсюда. Это пока мы сейчас будем с ним клепаться, тут будут в этот момент ходить пираты, да? И прохлаждаться, блин.
Башня, ты, конечно, молодец, но надо же было его и добивать, блин, тогда уже на худой-то конец. Ну, зачем же оставлять-то его? Такс. Такс. Блин, ну... Ну, все так ограничено, ну, вот прям вот... вот ну, прям пипец, ребят. Не лечь, не встать. Что это еще? У дворфовского динамита короткий фитиль, поэтому сапер умеет бегать очень быстро. Медленный сапер просто не выживает. Сотка здоровья, скорость, тары-пыры, динамит. Кидает в стены динамит. Да что они все кидают куда-то, блин? У них какой-то фетиш по поводу кидают там что-то. Электрическая ловушка, ребят. Электрическая ловушка. А он пройдет? Не прошел, зараза. Подрежем тут веревочки. Так, ну что, надо ставить тогда так. Блин, ну как же тут, ребята, все ограничено, а? И стена, если они пробьют, это они будут напрямки уже бежать. Там еще какой-то капитан гномов, что ли, собирается появиться. Ну, смотри, видишь, как они ломают стены. Жестко не ломать стены. Типа не сломал, пошли в обход, да? А баллиста? Насколько баллиста хорошо бьет? Неизвестно. Не могу, не могу. Вот, вот все прям вот уже. Ну кто такой-то, а? Дворфы не летают и не хотят, но преодолевать озера они научились благодаря чуду инженерной мысли ходулям. 125 здоровья. Так, гидравлические ходули. Умеет преодолевать водные преграды, но только если не несет камень. Да вы издеваетесь на ходулях еще на каких-то. Да, давай ничем. Пипец. На ход. Зашибись. У них коротыш, ребят, есть. Я имею в виду короткий путь. Башенка, ну зарядись. Ну и чё? Получается. Вот с таким ограничением мне играть, блин. Ну это не дело. Ну просто ограничение, друзья мои. Ходули, фигули, блин, там подобное. Он еще и динамит подкинул, а? Он еще и динамит там забросил, блин, в меня, а? Заморозка. Заморозка. Здесь огонь. Вот эта штука меня уже раздражает. Еще, уже два. Два засранца вышло, ребята. Как я все-таки рад, что у нас прокачана, ребята, замораживающая башня. Куда он пойдет? Пойдет туда. Значит, здесь надо еще, ребята, ставить одну замораживающую башню. Камешек-то ломается. Так, сейчас пойдет 4 чудика с динамитом. Подрывники. В простонародье, блин. Так, подрывники не пробежали. А вот смотри, а нафиг. Блин, у нас же колодец еще был. А зачем, интересно, вот здесь вот? Это, наверное, просто для. Это, наверное, просто, ребят, для ресурсов. Скорее всего. Никакой. Хотя. Нет, для ресурсов все-таки, ребят. Вот засранец, а. У меня нету магии. Уже есть. Но она не понадобится. Пока. Все-таки тут надо что-то клепать. Поставим с тобой ледяную сюда. И вот здесь. Блин, не буду я, наверное, тратить, ребят. Потому что. Кто там у нас будет? Ой-ой-ой, это что-то новенькое, друзья. Эта ходячая бурильная установка пробивает стены с невероятной скоростью. Да еще снабжена дымовыми бомбами, которые слепляют башни.
600 здоровья! Да вы чё, совсем что ли? Свидетель Син своим огромным буром стреляет по башням дымовыми ракетами. Башни, попавшие в дымовое облако, не могут стрелять в течение 7 секунд. Да вы издеваетесь. В течение 7 секунд! Да ну нафиг, блин, в течение 7 секунд. Блин, это издевательство, друзья мои. Это вот сейчас напрямки здесь. Да, это он напрямки сделал. На ходу, вдвоем теперь на ходу. Надо, ребята, уничтожать к чертовой матери. Достало уже вот это вот. Вот, видишь. Но ломает только гномы, да? Ломает. Вот. Вот, друзья мои, что я и хотел сделать. Все, этих ушлепков здесь больше не будет. Кто там у нас будет? Гномы плюс пираты. Гномы плюс пираты. 4 гнома, 2 пирата. Вот что плохо-то. Вот что, друзья мои, здесь плохо, что они камень-то пробили. Здесь одна башня всего лишь. Башня еле стреляет, друзья. Плюс этот сейчас, ну, понятно. Обратно лети. Свиток там у меня лежит. Да как фиг ли этот свиток? По большому счету, да? А у нас выбор невелик, ребят. Нам только выживать на свитках. Гад подрывает, ну подрывает все на своем пути, а? Куда собрался, гад? Свиток последний, ребята, забомбендил. Но они сейчас будут тут ходить, все, тут уже, тут теряет смысл башни. Возвышенности здесь нету. По какую-то пристройку я не могу сделать. Ну вот этот коротыш, они меня на этом коротыше сейчас будут просто дрюкать, блин. Понимаешь? А если еще вот здесь, не дай бог, пробьют, это вообще у них тут будет самый короткий путь в мире, блин. А рано или поздно не подорвут, потому что эти дурачки, они бросают динамит. Вон, видишь? Он бросает и бежит по своим делам. Из этой башни нужно срочно делать баллисту. Я не знаю, что как тут еще быть. Опять? Опять этот хмырь. Понимаешь, здесь очень мало леса. А они пробили. Они пробили, друзья мои, лазеечку, дырень. Они пробили дырень эту, блин. И теперь будут что хотят, то и воротить. То есть самый короткий путь для них. Ой, балдеть. Конечно, да, еще под ускорениями, ну, это святое, блин, под ускорением-то побегать. Не пришлось, слава богу. Ну, огонь, с деньгами тоже проблемы. Да ладно, тут эти поворачивают, я думал, их уже не будет, да, конечно. Как же, блин, без поворов, ну, ребят, ну, это несправедливо.
Вот, как по мне, это очень несправедливо. Ну, потому что я не могу здесь построить. У меня все ограничено, ёпростым. Вот я о чем. Что я тут сделать могу, блин? Вот что мне здесь поставить? Да нечего мне здесь влепить, блин. Нечего. Эта башня, она не прокачивает ни хрена, потому что они не ходят здесь в обход, как раньше. Она раньше, когда не ходили в обход, она еще, ну, как-то функционировала, нужна была. А сейчас тут не только. А ниндзя, блин, которые сейчас побегут на нас. А ниндзя, что я с ними сделаю? Не могу я поставить башню, все. Ну вот. Сейчас надо что-то думать. Что ты тут придумаешь, блин, я не знаю. Что тут можно придумать? Нафиг я вот эту башню-то поставил здесь? Вместо баллисты я поставил какую-то требуху, блин. Это дурачок, потому что. Надо, блин, ставить баллисту и поставил какую-то хреномантию, блин. У нее, во-первых, радиус маленький, блин. Давай обратно, блин. Давали обратно, говорю, блин. Нет, башня взяла, заморозила его. Ой, блеха-муха. Три буровика пойдет. Ё-моё. Хорош уже, а? Нормально. Ударил по самым главным башням, блин, которые... Ребят, вот это нормально называется, блин? Пипец. Да, полностью восстанавливает ману. Замораживает и повреждает всех врагов. Полностью восстанавливает ману. Возьму, друзья мои, полностью восстанавливает ману. Я не знаю, мне как-то на ман не надо выживать тут. Других вариантов нету. Буду бомбить. Мне главное, чтобы этот кристалл не забрали. Чтобы он докатился нормально до базы. И там остался. Рыцари пойдут. Ну, я офигею. У меня всего две башни работают. На вот это все две башни работают. Как этот валун? Может быть, да их нельзя было чинить. Тут тоже нельзя башню поставить никакую. Муть мутная, блин. Тебе так скажу. Ну а что еще делать? У меня больше не было тут выбора никакого. Денег нет, блин, ну выдержитесь. Да не буду я пока здесь ничего тратить. Зашибись. Зашибись, друиды. С хилами, блин. Ну вы хоть совесть-то поимели, а? Хоть сколько-то нибудь. Хоть сколько-то совести-то поимеете, блин. Совсем приборзели, я смотрю, а. Просто, ребята, приборзели в корень. Башни, мы играем, грубо говоря, сейчас на добром слове, на моих заклинашках и на этом. 8 ниндзя. 8.
Три буровика с этими. Египетский ты фонтан, а? Чё-то я тут раздухарился, блин, чересчур. Ледяной склеп. Вот. Самое, ребята, хреново сейчас пойдет. Три буровых. Свистни в жопу себе, а. Все, у меня больше нет заклинаний, ребят. У меня кончились. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну не дайте им пройти, ну башенки. Инфри, давай. Да. Да, 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 друзья мои. Это жестко, конечно, было. Куда мы там ползем-то? Куда-то непонятно, куда ползем, блин. Но я прошел. Снижает стоимость башен нежити. Так. Башня нежити имеет 5% шанс нанести равный урон. Хорошая вот эта коса, но если бы она срабатывала бы чаще. Напуганный враг. Я пуганием сейчас как... Хотя напуганный враг... ...1,5 максимального здоровья. Того не стоит оно. Вот пройдет ядовое облако, это можно, ребят. Да, ну что, дорогие мои друзья, давайте мы на сегодня тогда будем закругляться, но обязательно уже встретимся в следующей серии. Я думаю, что это будет у нас последний уровень, если, конечно, мы куда-нибудь сюда не переместимся. Да, но это будет видно уже потом. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.